Геннадий Анатольевич, продолжаем наши видеоуроки, продолжаем рассматривать тему ограничений. И давайте посмотрим некоторые особенности, которые существуют вот при ограничении, допустим, возможностей наших рук. Если мы делали все, допустим, малые щиты, отслежка, колесо, делали съемы, в основном кисти работали, то теперь, допустим, их нет. Что мы используем? Ну, те же щиты, в принципе. Здесь те же щиты, мы выстраиваем свое тело в плоскость и используем эти плоскости. Используем встраивание тела в плоскость. Точно так же, когда у нас, допустим, нет предплечий, но есть плечи, посмотрите, у нас опять плоскость, как большие щиты. Используем массу тела для того, чтобы дальше выводить из равновесия. Ставим неудобное положение. Если у нас нет рук, работают плечи, причем в основе съема лежит движение поглаживающее, как будто мы плечевым суставом хотим погладить себе по щеке. И когда идет движение, вот оно идет, посмотрите. Вы просто снимаете это движение, а дальше, вписываясь в плоскость, у вас есть возможность ударить ногой. Если нет возможности, у вас есть коленка. Нет, вы далеко стали, у вас есть движение ноги, и дальше вы продолжаете вытаскивать ноги. И ножки должны у вас теперь заменить ваши руки. Они должны быть такие же легкие и свободные, как ваши руки. А здесь же будут удары локтями, и все. Если одна рука, то точно так же, вы, неважно того, вы снимали здесь, вот оно пришло, движение. И вы начинаете работать, нет одной руки, вы все, и нужно здесь, в чем еще особенность? С одной стороны, вы пользуетесь теми возможностями, которых вы, опять же, раньше не использовали, нагрузка в другом. Часть вашего внимания удерживает ваши ограничения. Потому что очень хочется вытащить руку и сделать все как всегда, на автомате. Но часть вашего внимания учится удерживать равновесие. Вот смотрите, я здесь снимаю, а ручку все время держу. И у меня все время внимание идет. И на руке, то есть я понимаю, что я могу делать все только одной рукой. А часть внимания моего здесь. Я учусь расширять свое сознание. Это тоже очень важно. Обратите на это внимание.